Гейски, ребят, меня зовут Фулэвиус, и сегодня мы с красным шариком и розовой помощницей, феечкой, ребята, сделаем с вами сегодня что-то новое, невероятное. Так, нам бы только вот тут вот пройти. Оп, оп, так, оп, оп. Вот эти штуки, я не понимаю, ребята, как их пройти. Ай, нет. Опа, оп, 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 ребят. Нет, а тут шипы. Смотрите, там были шипы, вы видели? Это же, конечно, ужасно. Но ничего. Так, ребят, нужно всех... Ой, всех заплевать нужно. Так, здоровечко, здоровечко. Ну, чуть-чуть отняли. О, ребята, квадрат ниндзя, ты чё прыгаешь за нами? Еще попасть в него нужно. А, нет, мы с ними, наверное, ничего не сможем сделать, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, только получить от них орехи. Опа! А как это пройти, ребята? Оно шипастое со всех сторон. Как так-то? А, ну а, вот оно что, ребят, поворачивается. Но мы подождем пока что. Нам туда еще не надо спешить. Нам нужно, ребята, подняться вот сюда. Это тайная платформочка. И нам нужно выяснить, что здесь... О, да, ребят. А здесь целое блюдо с сладостями. Так... Давайте проникаем сюда. А нет, тут ничего нету. Ай, хватит нас бить. Ой-ой-ой-ой, все, ладно, прошли. Так, все, ждем это кольцо, пока оно повернется. Так, повернется и... Что там переключилось? Механизм, наверное. Вот это да! Тут еще и на входе, и на выходе, ребята. Это ужасно. Так-с. Давай, 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 давай. Успели, успели, ребята, отлично. Еще нас перевернуло. Так. Давай. Фух, ребят, мы успели. Мы везде успели, мы везде. О, это тоже секретное место. А, я думал, это платформа обычная. Но нет, ребята. А тут смотрите, сколько квадратов. Они в разные стороны прыгают. Опа. Та... Что это за штука, ребята? Так, ну это уже не веселые штуки, ребят. Оп, а, ну тут можно передохнуть немножко, набраться духу, смелости и идти дальше. Отлично. Это, ребята, какой-то заостренный бамбук. Бамбук, кстати, ребята, это самая большая трава из в мире, из всех. Представляете? Трава, как деревья, выглядит. Так, отлично. Ну что ж, тут мы уже все прошли. И где же конец уровня? Ой, но он еще, видимо, не скоро. Так, ай, как это задела нас штука-то? Так, ну совсем мало здоровья остается. Нужно немножечко быть аккуратнее. Так-с. Давай-давай-давай. Ну тут хоть нету шипов лишних. Ну, точнее, конфет. Хотя это и плохо. Но, ребята, я вам просто клянусь, что... Ну, я собрал все конфеты, что видел. Я не знаю, если нам и в конце этого уровня не засчитается достаточное количество монет, то я уж не знаю. Сейчас будем смотреть, ребята. Да, ребята, да, да, да. И еще раз, да, 124 монеты из 124. Это настоящий фурор. Фух, я такого не ожидал, я вам честно скажу, но мы это сделали, ребята, мы с вами собрали все монеты, уху! Так, ну что же, в какой мир нам бы пойти дальше? Мы с вами были в ковбойском мире, вот у нас тут еще есть, короче, какой-то специальный уровень, ребята. Давайте-ка заглянем в него, посмотрим, что там имеется. Так, что-то тут вообще непонятно, какие-то знаки восклицания, ребята. Вот скачивается уровень, и мы начинаем часть 19. Небо и украден... Воу-воу-воу-воу, ребята, что это за облачный мир? Как так-то? Что это такое? Какие-то диалоговые окна? Это очень смешно немножко выглядит. Так, почему диалоги, ребята? Мы в тучках находимся с вами. И думаем... Опаньки, так-так-так. И думаем, как бы нам тут от этих шипов не получить. Опа.
Так, ну этих мушек... Ой-о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 й, упали. Так, ну это... Это вот не очень хорошо. Я так понял, это уровень, ребята, ран. Да, ран, в который мы сегодня, кстати говоря, тоже с вами поиграем немножечко. Поэтому вы, ребята, немножечко поставьте лайки, подпишитесь на канал. С вами, как всегда, был Флавиус. Ребята, увидимся в следующих сериях.